для вальшнепов и уток наступают темные времена. Со 2 апреля они законные цели для любителей пострелять. В южных районах стартует сезон охоты. Сейчас охотники уже, что называется, на низком старте. В ожидании заветной путевки проверяют оружие и амуницию. Еще бы, в списке этой самой болотно-луговой дичи десятки наименований. Так что охотникам будет где разгуляться. Тут, правда, есть одно но. Пока они будут выслеживать птицу, за ними тоже будут внимательно наблюдать. Сотрудники силовых ведомств, сразу 2 ведомства, Росгвардия и Минприроды, будут совместно инспектировать выполнение закона. Первое правило, которое нужно помнить охотнику, это охотиться на животного с применением оружия не ближе 200 метров к населенному пункту. А второе, соответственно, правило нужно соблюдать, это не стрелять по птицам, сидящих на высоковольтных проводах. Ну и, соответственно, нужно соблюдать правила транспортирования оружия и патронов. Итак, патроны и оружие перевозить можно только отдельно. В противном случае охотник принудительно пополнит федеральную казну минимум на 1000 рублей. Появление пьяным в охотничьих угодьях – 5000 и конфискация оружия. Тут мы еще должны помнить про четвертую часть, когда транспортирование принадлежащего вам оружия повлекло его утрату. Данное административное правонарушение предусматривает административное наказание в виде конфискации оружия либо без такового, административного штрафа от 5000 до 10000 рублей, а также лишение права приобретать лицензию от 1 года до 3 лет. Что еще из нюансов? Например, запрещено стрелять по взлетающим птицам ниже 2,5 метров при охоте в зарослях. Световые устройства для добычи пернатых использовать тоже нельзя. А пристреливать и проверять оружие на специальных стрельбищах и в охотугодьях можно только с документами на него. Да и бить можно только ту птицу, которая есть в путевке. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».